Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня 25 августа. Четвертые сутки мы уже находимся в тайге. Вчера в 8 часов вечера начал лить дождь и лил до 5 утра. В тайге очень-очень сыро. Сегодня днем тоже был дождь. У нас уже не осталось никакой сухой одежды. Вот сейчас мы маленько обсушимся у костра. Попьем кофейку. Покушаем. Еще, может, час-два мы пособираем грибы и поедем на приемный пункт. Сдадим грибы и будет переправа через Каму. Говорят, через Каму такая движуха. Моста нет, людям надо за грибами, за ягодами. То есть, как в большом порту, но только не корабли, а моторные лодки. Потом я вам все покажу, все засниму. Вот это наш автоприцеп. Вот я вам покажу, как дождь лил, что брезент, которым мы накрыли ящики с грибами, весь в воде стоит. Вот, посмотрите. Все вода. И сейчас как бы тоже моросит. Но то, что бор очень такой светлый, все-все видно. Как бы не страшно. Сейчас я опять одна. Вася опять куда-то свалил. Не знаю куда. Но собака со мной. Настороженно куда-то только он глядит. Что-то опять, наверное, вот зверугу увидел. На этом пока заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал Ольга Затерянная в тайге. И вы увидите, как мы живем в нашем поселке. Нашей глуши, который находится среди лесов, болот и зон строгого режима. Вот это белые грибы, первый сорт. Вот так их обрезают. Вася, вот в дождевике, потому что дождь моросит. Осенний, но теплый. Вот так вот. Ну, покажи грибок поближе. О! Вот так вот. Вот, ребята, 10 ящиков грибами забито. Еще один пустой. И ведро большое. И тихая охота будет закончена. Вот такая ситуация. Вот эта машина. Сейчас посмотрю, как она называется. Ну, наверное, наш автопром утонула вот в этой луже. Сейчас Вася попытается ее дернуть. Такие лужи, они прутся на своих букашках. Ужас. Посмотрите вот. Видите, он что, не сядет за руль-то или что? Нет, сядет, наверное, за руль. Комментариев пока. Ничего себе, он там сел. Все, вытащил его. Дорогие мои друзья, вот я хочу вам показать, во что превратились мои волосы после 3 ночей и 4 дней в тайге. Вот. Это как будто бы шерсть у козы. Вот такие волосы. Сейчас я уже сижу, жду. Мы сейчас поплывем на лодке. Там нас будет ждать машина. И мы часов в 7 уже будем дома. И наконец-то будет душ или ванна. Цивилизация, но главное волосы, это вообще кошмар. Вот посмотрите, вот козья шерсть, фу-фу-фу-фу. Вот так вот, это я, Ольга, и мой канал «Затерянная в тайге».